160 это у меня высокая. Высокая сегодня. Понервничала. А то вчера у меня было 127/64. Слово за слово и рассказ о вчерашнем давлении перерастает в повесть сельской жизни. В ней недавние снегопады смешиваются с летним сбором черники. «Потому и вижу отлично», — говорит Валентина Антонова в ответ на просьбу фельдшера измерить глазное давление. Бабушки, они хотят тоже поделиться со всеми своими событиями, что у них произошло в жизни. Ну, как стараешься, чтобы, да, поговорить обо всем, не только о болячках. Поделиться есть чем. В свои 73 Валентина Антонова воспитывает 6 правнуков. Женщину в поселке знают все, от мала до велика. Из Дмитриановского она никуда не уезжала. Летом в лес за грибами и ягодами, зимой больше дома, с детьми. Правнуки болеют, и я болею за них. Вместе с ними. Они болеют, в садик не ходят. А мне надо сидеть с ними. Я их очень люблю. Они у меня все такие хорошие. И все мальчишки, только одна девочка. Одна девочка Даша. Полноприводный пас с медиками и оборудованием в Дмитриановское приезжает 2 в месяц. В его составе акушер-гинеколог, терапевт, медсестры. Врачи проводят диспансеризацию, делают ЭКГ, забирают кровь на анализ. Могут оказать и экстренную помощь. Сейчас к фельдшерско-акушерскому пункту прикреплены 550 человек. И для них визит мобильной бригады медиков экономит время и силы. Ведь до ближайшей больницы в Петровске ехать 11 километров. ФАП в Дмитриановском будет работать, что называется, до последнего пациента. Поэтому точно время отъезда врачи назвать не могут. Отмечают, правда, что летом прием, как обычно, идет чуть дольше. Люди с соседних деревень подтягиваются сейчас же, многих испугали морозы. И как мы отметили, прием здесь совершенно особенный, не такой, как в городе. Потому что для многих пациентов это не только возможность пройти нужное обследование и получить направление, но и пообщаться с односельчанами. Павел Волков, Денис Ромашов. День в событиях.